наконец-то мы доехали до магазина Бурлингтон. Если бы я знала, что он на краю света, не поехала бы. На краю света. Умотала меня аж. Голова болит. Быстрее говорит. Ну что это? Ты всю съемку мне испортила. Своей новой... Она меня так смешила сейчас, что я просто не могу. Новой кофточкой нарядилась и опозорилась. Господи. Ну что, начинаем. Вот видите, какие футболки. Давай, пошли. Пошли, пошли, Люба, пошли. Мне бы Данилушке купить рубашечку здесь. Так, Данилке бы модную какую-нибудь рубашечку присмотреть. Офигер. Ну вот, хорошая футболочка. Короткая только. Ему подлиннее надо. С воротником он не любит. Это вам точно говорю. Красную тоже. Вот это Майкл Корс. Все равно надо просторненькую брать. Где Наталья, конечно, тут ее не найдешь. Вот здесь написано для молодых мужчин. Вот, хорошенькая такая, приятненькая. Нью-Йорк. Что-то повеселее. Итак. Ищем красивые футболки. Да-да-да-да-да. О, майка. $8. Большая. А тут посмотрите, какая. Прикольненькая. Молодежная. Вот маечку я выбрала. За $8. Зятю Юре подойдет. И плавненько, так незаметненько, я перешла на детское, на 8 лет. Посмотрим, что тут интересного. Ничего особенного. Вот маечки-то хотела я. На 8 лет. О. О, простые майки. Белые вот надо, наверное. 5 лет. 6.
Ну, лимитировано здесь тоже. Форма, я не знаю, какая будет у внука, поэтому покупать вряд ли я буду здесь что-то. Красивые платьишки для девочек. Так, посмотрим. Игрушки тут совсем для маленьких. Обувь. Не надо. Больше 12-го. Носки. Носочки. Упаковочка носочка всегда можно взять. А сколько они? Написано 8. Трудно определить-то. Тянутся. Ну, наверное, надо повыше вот это, чтобы не слазили. Больше, чем 12-й. Двенадцать с половиной. Внуку обувь. Тринадцатый, наверное, куплю я ему. Итак. Смотрим красивые туфли. Это 11-й. Так. Как вот эти? Слишком грубо. Трудно выбрать-то. Наверное, что-то без шнурков надо. Вот красивый. 13-й. $17. Что-то как галоши. Вот эти поблестящие. Вот на резиночке. Эти можно. Ты 24. Классные. А чё? Вот такие куплю внук-то. Пусть помодничат. А? Понравились. Чё ж брать? Абы что-то. Так, первой цены не вижу, а последняя цена $25. Трудно вот определиться-то. Спасибо. Понравились мне. Ну вот говорят, им без шнурков надо. Вот эти тенниски, что ли, взять. 13-й. Вот вторую сменную обувь.
едем дальше. Поворачиваю вас в эту сторону. Здесь все раскидано, разбросано. Чемоданов-то сколько? Боже! Сколько чемоданов! Ой, что, не склеенные. Отпал один. Время. У меня пока только внук. Внуку купила. Внуку купила. Эти нарядные платьишки. Просит же джип у меня на управление. Кто его знает, может здесь есть. Посмотрим. Тут все для маленьких кто-то совсем. Нету таких машинок. Надо в Walmart смотреть, наверное. Себе. Так я что, такой не вышлю ему? Приходит, поиграет, раскидывает, бросает. Да, джипа не вижу. Итак, смотрим сумку. В сумках, вот честно вам скажу, ничего не понимаю. Чуковую. С картинками или без картинок. О, как рюкзак. Да, да, да. Кто бы посоветовал. Это большая для первого класса. Не знаю. Ой. $12 фила. Буду без картинок покупать. Зачем ему, наверное, картинки? Ну, не в первый класс, так другой класс будут носить. Вот так вот. Белые, наверное, рубашки надо. На 8 лет. Сейчас лето, теплых вещей нет. Тут уже 12 лет. Кепку. Пойдем еще кепку посмотрим. Боксерки. Ну, возьму побольше, так пусть будет побольше. На 4 на 5. На 4 на 5. На 8. 5. Хотя бы на 6. Ищем, ищем, ищем. 4, 5, 10. Потом идет. О, кто-то ковырялся, что ли, тут. 6-8.
6-8, вот такие же, да? Ковыряется, потом их снова заклеивает. Ну вот 5, видите, брифс на $9. Вот такие вот на картинке они. Ну тут рубашки пошли. С жилетками. Симпатичные такие. На 10 лет. Ну, у меня внуку будет 7. Желтенькая. Славные рубашки. Все пооторвано. Школу вон с той стороны еще посмотрю. Вот какие-то брючки полосатые, тут недорогие. Можно взять их. 7 долларов. Что-нибудь интересненькое в семерочке. Вот белая. Можно взять тоже. Она и не футболка, и для школы. Ну, крутой бы пиджачок. Давайте еще 5-7. Ну-ка, полоска покрупнее. Чуть 2-2 цены. С одной стороны 6, с другой 7. А эти 7. Ой, как трудно выбрать. Итак, начинаем смотреть пиджачки. Полетело все у меня. Вот на 7 лет костюмчики. Шортиками. Симпатичный. Что-то мне понравился этот. Сейчас цену посмотрим. Тут с белыми брючками. Какой интересный прикид. Тут тоже интересный. Так, где цена у нас? Первая цена у нас, конечно, $50, но нам надо настоящую цену. Итак, пиджак еще, наверное, большой на 8 лет. Костюм. Так я цену еще не нашла. О, вот тут она. $18. Брюки.
Так, наверное, вот это возьму. И пиджак, чтоб тут попачкано уже. Мне только не нравится. Не знаю, что-то мне понравился вот этот пиджачок, полосатенький. Нет, не буду брать. Ох, Наталья-то. Я тут соскучилась, что ли? Ну-ка, давай его сейчас выберем. Я тут запуталась. Не плачешь? Внук уже тут подбираю. Ой, Филс. Хорошая? Себе, да. Хорошая. А это так. Чьи? Футболки. Я не знаю, вот это вот я точно возьму. Ой, зятю. Угу. Майку. Может, вот Майкл Корс возьмешь лучше? Возьму тоже и эту, если Дэниел, даже я Майкл-то Корс, если не подойдет, так. Ну, да-да. Сумка нормально, портфель? Да. Сейчас посмотрю. Ну, это а точно это возьму. Это Walmart-овская. Ну и что, все равно надо. Вот эти вот хорошие. А вот эти? Ну да, ботиночки настоящие. Положь вниз их. У него 13 размер. Ну да, последний раз 12 посылала. Кожаная, да. Хорошая, да. Думаю, что брать простые черные. Наташа, ну тут вот не могу я. С пиджачком. Там есть Майкл Корс. А я не знаю его размер. Да я беру на 8 примерно. Но. Пусть лучше больше. Но есть там и Майкл Корс. А, это посмотри, как это. Да, это. Да. Да. Я так думаю. Люба, там платье красоты невиданной. Да. Там такие цвета. Я просто хоть на камеру хочу показать. А, ну покажем. Там такие цвета. Я вот куртку себе посмотрела синенькую. Видишь, Колумбия. Я не знаю. Брать, не брать. У меня что-то, не знаю. Пиджак-то $30 брать. А Майкл Корс 34. Это уж тебе решать. Ну, в России, может, сами не купят, а пиджак-то нужен, наверное, а в школу. Смотри, какие яркие платья-то. Ты подарок уже? Ну, да. Ну-ка, давай, хвастайся. Подарки все у тебя-то. Это как туничка такая, смотри. Ага. Ну, это такое же. А что коротенькие все? Ну, это же девочкам. А-а-а. Вот Наталья любит платья. Всех оденет в платье. Всех. Майкл Корс. Всех родственников. А вот это, смотри, какой свитер. Смотри, какой. О, женский. Наискось, видишь? Косорылый. Косорылый. Я не знаю, видимо, модно такой. Сейчас, подожди. Но понравится ли россиянам-то? Смотри, какой. Видишь? Угу. На одну сторону. Здесь короче, здесь длиннее. Баффало. Ты думаешь, не модно такое? Видимо, модно, я не знаю. Ну, милая вот моя. Сейчас напишут мне, модно, не модно. Не модно сдам. Ничего не могу сказать. Это я племянница своей. Думаю, что у нас с джинсами вот так пойдет. Сикость-накость. Косенько так. А вот еще, смотри, какая. Ой. А, две коляски-то нам. Кевин Кляйн. О, симпатичная. Ну вот. А вот эта вот футболка очень хорошего качества. А что написано-то хоть? Не обзывательство? Не говори, не прочитала даже. О, мы хорошо как все пишут. С Натальей встретились. Я только вот остальное все беру, но вот с пиджаком не определюсь. Брать, не брать. Вот он, мужик в пиджаке. А вот он, вот дерево. В школу-то, я не знаю, надо ли. Любочка, поехали. Ну что? Решай, решай. Ну и что, я тебе не могу уже сказать? Ну да, да, да. Да, и нет на все. Да. Отругают меня. Вот смотри. Джинсы Levi's. На себя-то будем брать? $12 джинсы Levi's. Бери, не хочу. Но это на мальчишек. Mm-hmm. Бой. А ничего нет, никаких шапочек. Меня не просили шапочку, но... Кепки-то где-то я видел. Девочки. Не знаю, портфельчик-то там я. Платье. Ну пойдем платье глядеть. Слушай, а может пиджак лучше не черный, а там есть клетчатые пиджачки для мальчика, Наташ. Там есть клетчатые какие-то пиджачки. Может не черный? Взять какой-нибудь модный.
Видишь, мой внук не ходит в пиджаках в школу. У нас тут все, футболки да шорты, поэтому я даже... Вот попали мы в рай платьев. Сейчас Наталья вам будет демонстрировать. Рай. Наталья, я готова. Демонстрируй. Цвета платья. Вот посмотри, вот это платье. Да. Ага. Такое вот строгое, да? Да, на стройняшечку. Вот это, посмотри, как красиво. Да, цветное. Совсем какие-то маленькие смотришь. Ты на тетенек показывай. Ну, десяточки, восьмерочки. Вот это очень красиво. Да, нежное такое. Ой, какое интересное. Приятное, да. Это Винскомута. А, Винскомута. Интересное тоже такое. Да, да, да. Оно такое, они такие летние. А вот это, посмотри, какой материал красивый. Попробуй. Оно прям выбито. Такое набивное, да? Выбито прям, очень красиво. Ага, красиво. Коротенькие все. $24. 24 все стоят? Хорошая тоже, и да, и рукавчик, и размер 10, 12. Да. Пойдем на тебя что-нибудь позову. Ну-ка, да, покажи мне еще раз это черненькое-то. Ну, я, может, дочке возьму. Вместо другого. Не, не хочу такое. Медленно переходим в большие размеры, крупненькие, так сказать. Сейчас Наташа покажет что-нибудь нам интересное. Смотри, вот я. Ого! Кина померит, рукава закрыты. Ага. Вот опять началось померить. Красиво, 16 размер. Ух ты! Ну вот можно с накидочкой какой-нибудь. Да, да, ага. Не нравится? Нет. Ух ты! Ну платье-то нравится, ну. А вот такое. Оно не короткое? Тут можно рыться и зарыться. Два дня и две ночи. О, с накидочкой. Вот Наталья с накидочкой. Посмотри, какое. Как-то ты... С той стороны. Такое вот платье и вот такой вот пиджак. Что мне кажется, какие-то короткие они. Не-не-не. Не короткие. Будем мерить. Будем. А что, ты не хочешь? Ты же любишь мерить. Я. Платье. Кофты, да. Пойдем по кофтам. Хватит платья. Устала уже ты. По кофтам? Да. Ну, пойдем по кофтам. Пойдем. Просто здесь такие цвета. Я просто вообще не могу. Я просто падаю. Ну возьми себе померить что-нибудь. Боже, какая красота. Это уже девочка, знаешь? Угу. Иванка Трамп. Звуковырежка. Да, да, да. Оригинально. Да уж. Наталья, не оторвешь ее от платьев.
Какие вообще легкие, воздушные, красивые. Настроенных. И все, вот смотри, Люба, все, видимо, вот эти рукава сейчас. Да-да-да. Модно. А я-то ничего не знаю. Ну, тут совсем на малюсик. Да. Видишь, какой этот ошейничек. Ошейничек. Да. Просто черненькое платье. Да. Произведение искусства. Да-да-да. Восемь часов уже. А на кого надо эту куртку? А? На кого куртку-то надо? На себя. 8 часов уже. Да. А мне, я и думаю, что Данилка звонит. А мне никто не звонит, никому не нужна я. Видишь, как мне тебе модно? Не, ну ты давай по возрасту мне. Она по сумкам сейчас пойдет. Надо же так светло, 8 часов. Ехали, приехали, уже пора домой. Да. Что ж мы так долго-то? Долго ехали. Какая хорошая. Что ж мы так долго ехали? Хорошие блузки вот здесь надо смотреть. Где? Вот, это дизайнерские отделы. О, мне очень пойдет. Это как бы фешовенькая немножко. Можешь померить такую, если хочешь, я не знаю. А какой размер-то? Extra large. Ага. Сейчас скажут, что что-нибудь специальное. Я уже боюсь себе предлагать. Ну, с якорями-то я ей отдала. Она мне не подошла, чтоб не переживали. О! Скажи, да. Она под нее маечку. Есть. Какую? Вот черную. Можно синюю. Ну, опять на маечку покупать. Мы еще просто так берем это, знаешь. Да. Еще ж мне. Мы сейчас тебе маечку найдем, а чтобы подходила и под эту. Да. Очень а зачем? Приятно. Просто бюстгальтеры, не, что? Не, не, не. Ну жарко, маечки еще одевать. Надо совсем какую-то легкую тогда. Очень модно с вышивкой такой джинс. Я не знаю, понравится это или нет. Ну, померяем. Такая ничегошная. Не хочешь? А что там? А там есть, кстати, рукава-то. Они просто засомнуты. Наташа, она с рукавами, кстати. Ну, да. Да? Ты видела? Да, я. Блестящую. Так, маечку нам надо. Видишь, тут все перевесили уже с тех пор, когда я тут... Шмыгала. Слушай, а мне надо шорты дочке. Вот сейчас я и выберу тут. Удлиненные шорты ей надо, вот такие. Ну, какие-то. Заказов, как всегда, полно всяких.
тоже десятый пошел. Что там за сигналы какие-то подают? Мне что-то вот зеленые понравились. Спросить-то не у кого. Наташка ускакала. Ну вот слишком короткие. Он красивый, видите? С вышивкой, ну. Короткие, у нее тоже ножки-то, как у меня, полненькие. Вот они с вышивкой, видите, какие симпатичные шортики. Большие выглядят. Попробую десятый посмотреть. Потемнее. Вот эти такие, типа вот таких. Майку не нашла. Что наохотила тут? А я вот шортики дочери выбрала. Вот они, кошельки-то. Вот и покупай подарок. Наташ, ну вот такие я и шорты выбрала, и короткие совсем не надо. Ага. Просит. Не одно, то другое. О, царство сумок. Царство очков. Медленно поворачиваем. Ты сумки уже все просмотрела? Не, очки давай уже завязывай. Или ты на подарок? Конечно. А я пойду, мне бы сумочку светленькую какую-нибудь. Ну, недорогие, вот они, видите, $24. Темные все. А украшений, ну, каких только нет. Все, Наталья теперь по очкам тут. Ну, примеряйте. ГЭС ОБХС. А тут я. Смотри, какие очки Джессика Симпсон. Сейчас вот, вот эти вот все, видишь, очень интересные формы. Да. Они там модные. Вот такие. Угу. Такие телесные. Бэш. Вот такие вот формы очень сейчас. Да? В тренде. Ух ты. А так как нос такой, Буратино. Буратино. Поедешь, да. Лицом скажут, ничего себе. Красивые. Ой, цену-то не показывай. Испугала. Брошки. Букашечки. Да. Жар птицы. Вот, видите? И все это очень дешево. Можно купить. Ну, весело. Оригинально. Тут всякие браслеты. Вот сейчас модно же много колец-то вот на руку. Вот такие вот шпатки. Большие, да. Ну-ка пока. Или так, как его одевать, я не знаю, но вот они... Вот отличи, вот твое золотое и вот это вообще не отличаются. Нет.
Вообще не отличаются. Так я и говорю. У тебя с бриллиантами. Нет, ничего. Возьми. Что ты? Красивые. Племянницы, да? Да. Очень даже. Вообще не отличишь. Сумку-то хоть следить не надо. Ой, тут навалено уже. А? Не фирменные, не хочу их брать. Я хочу, чтобы фирменные какие-нибудь были. А откуда ты знаешь, какие фирменные? Рампэч. Что это за фирма? Ну что? Не. Ты просто ее не знаешь. Ну, ее никто не знает. А какие красивые колечки, а? Вот, завал бижутерии. Вот, да, вот видишь, фирма ГЭС. Шикарный какой. Вот еще бы таких найти. Тебе не надо ли в уши такие вот кольца? Нет. Такого размера. С размера головы. Вот тут и шляпы, и ремни. Вот, Наталья, видите, какой ремень нашла. Майкл Корс. Такие ремни модно. Да. А откуда я знаю? Да. Да. Ну, красиво. Да. Да. Откуда я знаю? Что у нас тут спортивненько еще есть? Так, снаряды спортивные. Ой, хоть бы она в шарфике у меня не ударилась. Наталья, ты хоть там в шарфике не ударься, у меня уже ночь на дворе. Слава Богу, выдохлась. Тут можно с ума, конечно, сойти. Смешные кепочки. Босс. Кипарики. Тут шлепки у нас. Ой, сейчас что-нибудь мне там вытащит. Такие туфли сейчас очень модные, видишь, бабушкины фасоны. Да. Представляешь, у меня платила красные, такие. Ну-ка, лакированные. А ты найди. Нету. Не 5,5, а 6. Вот такие, видишь, вот модные. 6, найди мне 6. А чья, кому 6-то? Дочке. У нее 6 размер? 6, да, у нее маленькая ножка. Ну, можно 6,5. Сейчас очень модные они вот такие. Нету тут таких, видишь? Такие вот тоже. Все лакированные туфли очень модные сейчас. Лакированные. Есть бабушкины? Обалденные. Ой. Очень модные сейчас они. Ну, что-то узконосы это. Ну, вот. Вот такие вот. Ну, вот такие модные? Да, вот видишь, на таких каблучках. Сейчас очень модные, видишь, клей. Так, ну давай хоть 6,5, ну, вот тогда. Что-то я уже... Видишь, а вот эти вот, да, ничего еще можно купить. Вот такие купить. Вот, смотри. Сейчас опять эти все лодочки модно. Все. Так, давай бабушки любят. А ну-ка подожди, я сумку притащу. Так, надо же выбрать какие-нибудь. Так далеко ехали с Натальей. Ну, вот эти вот еще интересные. Лодочки-то знаете как. Подойдут, не подойдут. Ну, вот эти тоже интересные. Какие интересные. Ну-ка. 6,5. Офигительные вообще. Да, посмотри. Ну совсем на низком она. Такие тоже. Такие обалденные, посмотри, лодочки. Да. С каблучком нет. Ну-ка. Офигительные. Какие это? Ну-ка, размер. Ты посмотри, они $14. А размер? Ну что, узконосые. Размер 6,5. Вот, ну-ка давай, вот эти вот мне приглянулись. Офигительные. Так они еще и главное уцененные.
Я тоже такие хочу, но нет, по-моему. 6,5? Вот хорошо. Вот эти я возьму. Понравились мне дочки. Скоро ведь состарюсь, не смогу такие посылки посылать. Али-то на примерочке. Видите? Ну, говори. Мужики скоро в розыск подадут, а мы тут все. Видишь, тоже какие. Ага. Туфельки. Я вот эти померила, мне понравились. Ну, попробую восьмерочку найти. Вот таких вот ходить, а, и в них и не устанешь. Да. Хорошенькие, да? Да. Это Кельвин Кляйн. Ой, где мои бандавчики. Смотри, какие. Да, тут видишь, как, о, фирменный этот знак. Фирменный знак. Хороший. Ну, восьмерочку надо, вот такие я бы взяла. Что-то как-то мне показались. Или нога, может, опухла сейчас. 7,5 должно быть хорошо. Ой, а не видишь, на каком даже магните-то? Чтоб ты не ушла, как говорится. Ника. Случайно. Вот. Что? Меня, видишь, Рыбинская просвещает, так я теперь знаю, что можно. Ну смотри, вот у меня пальцы вот, видно, как? Мне не подходит вот такой фасон. Разрезы от пальцев, это видно. Посмотрите на Любочке, это какая блузка. Конечно, все скажут, опять цветы. Но вообще очень красивая. Немножко она тесновата, но Люба обещала нам похудеть. Да. Ну вообще не... Хотела сказать, не с джинсами, ну с джинсами, да. А вот еще ту помери, да, голубую. Ты будешь ее брать? Да. Но она тебе маловато. Наверное, не бери. Хотя очень красиво. Слышь, ты какая? Чего? Не бери. Ну вот тоже очень красивая кофта. Красиво, ну-ка. Но тоже скажешь, тесная. Да. Ну а это вообще две одинаковые они, можно сказать. Да. Да, они одинаковые. У них только разный фасон, сюда ставить надо. Шнурочек. Ну не бери, раз маловаты. Вот какая ведь? А чего? Ну я же худеть буду. Чего? Ну вообще и не надо майку-то, правда, никакую. Да, какую майку? Так, у меня еще... Джинсовую вот эту померяй. С джинсом, наверное, красиво будет. Ух ты, еще закрыла перед нами нос, перед нашим носом дверь. Ну вот, видите, джинсовая рубашечка у нее с пуговками впереди. Рукава вышиты. Брать, не брать? Нет. Ты больше склонна брать или не брать? Нет, все, не берем. Вы посмотрите, какой у нее костюмчик. Люба, сними пиджачок. Покажи вот без пиджачка. Ну куда ты пошла? Пиджак-то просто сними здесь. Не буду я в нем. Ну ничего страшного, просто мы показываем, как закрыто все. Вот такое вот платье. И вот она накидывает пиджачок. Платье шикарно. Да. Я считаю шикарно. И такой. А он здесь на этот застегивается, на крючочек. Ага. Да. Ну вот я считаю, что это очень красиво. Возьми, покажи Данилке. Очень хорошо. Куда же мы пойдем, в театр? Очень красиво. Сколько стоит он? Сколько стоит? Записываться? Да. Сколько стоит? Что, как я посмотрю-то? Ну. Нет, вот там цена, вот на этом. 39. Не так и дорого, но вообще красиво. Да. Люба, покажись. Давайте все крикнем. Люба, Люба. Не хочет показываться, вот в платье-то. И сердце мое. Нет, очень. Хочется посмотреть мне это платье на тебе. Так. Платье-то хорошее. Но... Платье, да. Ну-ка, я тебя снизу немножко покажи. Повернись ко мне. Но оно за счет вот этих складок, оно как бы теряет. Да. Теряет. Теряю. Ну ладно. Нет, его не надо брать. Костюм вот хорошо. Мы уже заканчиваем. 9 часов. Умаялись так, что уже не знаю. 9 часов вечера. А мы все. Я не могу. Больше. Шурудим. Пошли уже. Даже все. Пока. Не могу. Наталья. Не могу.